интересный подход. То есть одна из уток, пара, осталась для приманки хищника. То есть она в центре. В это время вся семья, то есть вторая утка и двое утят, перешли в соседние заросли. И вот, скорее всего, она смотрит, что ей делать. Непонятно. Вот такая вот интересная вещь. Так вот интересно. Вот. Опасная переправа закончилась. А вторая утка все продолжает здесь что-то делать. Ну, скорее всего, она хочет присоединиться к своей семье. То есть она двинулась по направлению. Такая интересная зарисовка. Все, переправа закончилась.